Приветствую на Hard Reset Info, дорогие друзья, перед нами Motorola Edge 30 Ultra, и сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сделать скриншот. Для этого мы просто нажимаем на кнопку питания и уменьшение громкости, и все, скриншот готов. Можем его проанализировать с помощью Google Lens. Ну, интернет для этого нужен, понятное дело. Поэтому, если у вас там есть какие-то QR-коды, просто их сканируйте сразу. Можете его отправить, отредактировать. Ну, либо же сделать длинный скриншот, если вы в настройках. По-моему, конечно, можно сделать. Да, можно. Нажимаем просто на эту вот кнопочку, и он у нас пролистывается до нужного момента. Нажимаем «Хватит». И получается потом вот такой вот длиннющий скриншот. Вот такой вот. Который вы потом тоже, собственно, можете найти у себя в галерее. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до свидания.